Давайте дальше. За веру. Что значит за веру? Ну вот, смотрите, православная вера притесняется в настоящий момент. Как? Какие-то находят там поводы, чтобы, значит, священство там клевету какую-то возводить. Там, какую клевету? Какие-то деньги там находят у них, каких-то... А какая клевета? Литература там какая-то. Какая клевета? Да такого быть не может. Серьезно? То есть в московском патриархате епископы не трахают мальчика? Нет. Нет? И в семинариях этого тоже нет? Нет. А что это за кадры тогда, которые показывали по украинским СМИ? Постановки. Постановки, да? Это все неправда. Я убежден, что да. То есть это святое православие в России, да? Православие тем и отличается от других вер, ага. Что там есть все средства для борьбы со страстями. Какие? Ну, вот с плотскими в том числе. Ну, как борются с плотскими страстями в православии? Ну, вот чем отличаются сектанты, вот, которые нам проповедуют? Нет, давайте так. Как борются с плотскими страстями в православии? Я давайте же... не спрыгнем с сектантами. Я не спрыгиваю, я хорошо. Объясняю. Хорошо. Таким образом объясняю. Угу. Вот секта, к примеру, в Москве 12 тысяч официально зарегистрированных сект, христианских. Я больше десятка вообще не могу назвать, которых я знаю, христианских сект. Что такое тысячи сект? Угу. Это я не представляю. Хорошо. Чем отличается от истинной веры? То есть секта – это коммерческая организация. Чем отличается? Нет благодати там. Там нет Бога. А как вы измеряете, есть ли там Бог или нет? Ну, очень просто. Есть какой-то аппарат специальный? Нет, просто результат. Давайте еще раз к вопросу. Как борется с плотскими страстями в православии? Потому что мы ушли. И потом к измерению благодать. Бога. Благодать Божия приходит, когда вы молитесь. А вот как она приходит? Просто объясните мне. Ну, вот я сидел в окопе, угу. И мы все там молились. Но да. Еще раз вопрос. Как борется с плотскими страстями в православии? Не перебивайте, я не успеваю даже сказать. Не, вы просто, ну, я... Я объясняю, как работает, да. Как приходит благодать. Вот молишься, и, во-первых, на сердце приходит покой, спокойствие. Но вот вы не боитесь смерти, вы не боитесь никакой опасности. Когда мы молились в окопе, у нас ударило в крышу нашего блиндажа, угу. На расстоянии полуметра от меня, угу. 152-я гаубица, снаряд. Калибр. Да, и он не разорвался. Представляете? Вот. Ну, бывает так. Бывает. То есть, если бы он разорвался... Это что, благодать сошла? Это вот Бог помогает. Ну, хорошо. Понимаете? Когда вы молитесь, вам Бог помогает с любыми страстями бороться.